Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! Итак, дорогие друзья, вы хотели узнать о капкане на скрытого нарцисса, да? У меня как-то был сюжет такой огромный, назывался «Капкан для нарцисса. Одна и вторая часть, две части всего». И вы хотели узнать, можно ли поставить капкан на скрытого нарцисса. В общем-то, конечно, можно, дорогие друзья. И я не буду рассусоливать и сделаю этот выпуск максимально коротким. Если вам интересна эта тема, продолжение этой темы, пишите внизу в комментариях. Суть в чем? Суть в том, что скрытый нарцисс, он более такой нацеленный на ресурс. Если открытый нарцисс нацелен на... не только на ресурс, да, на отбор вот этого ресурса у вас материального, как психологического, то скрытый нарцисс, он более такой жадный, что ли, даже если говорить в русских вот обычных обывательских пониманиях, да, он более нацелен на завоевание не только вас, но и каких-то благ, которые могут принадлежать вам. Поэтому очень страшно, если вы встретили такого партнера, женщину или мужчину, потому что они стремятся отобрать контроль над вашим ресурсом. И также с этого можно и зайти, и этим можно и нужно манипулировать. То есть, если вы подадите нарциссу даже идею, вас бросил нарцисс, вы хотите его вернуть, и вы говорите, а у меня появились новые возможности, новые деньги, там еще как-то через знакомых подаете эту информацию как-либо, то, соответственно, нарцисс, он оживляется, тут же он хочет с вами общаться, он хочет с вами быть, и он хочет, даже для себя он может это до конца не осознавать, присутствовать рядом с вами, потому что вы для него стали новым, ценным ресурсом, да, и он как бы по-новому вас начинает влюбляться и начинает вас даже с какой-то точки зрения переоценивать. Поэтому старайтесь, соответственно, манипулируя скрытым нарциссом, старайтесь в первую очередь размахивать вашим ресурсом, и чтобы он зависел от этого ресурса. Тогда скрытые нарциссы, они более-менее хорошо себя ведут. У меня есть очень яркий пример людей, которых я знал, там взаимоотношения среди родственников так и строились. То есть, причем родители подчинялись детям на фоне того, что были материально зависимы. Причем их все устраивало абсолютно. Они были зависимы достаточно давно и подчинялись просто на той фоне, что были скрытыми нарциссами. Конечно, и абьюз и прочее было, но было все достаточно умеренно по той причине, что они были очень заинтересованы, и это были долговременные отношения, вот таким вот образом поставлены. Ну, заинтересованы, соответственно, были в материальном ресурсе. Так что, дорогие друзья, помните, что скрытый нарцисс – это история не только про психологический ресурс, но история и про материальный ресурс. Пишите ваши вопросы в комментариях. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье!